Здравствуйте, наши дорогие друзья-подписчики. Продолжаем наш урок по судоку. И сегодня у нас новая задача с новым усложнением. Во-первых, мы перешли на цифры. Во-вторых, у нас тут 4 цифры, из которых одна цифра повторяется, а одной цифры у нас нету. И мы не знаем, какого она цвета. Так, Аблай, давай попробуем. С чего начнем? Потом будет 2. 2? Ну, давай попробуем 2. Так, покажи, что я подниму. А вот там будет 4, да? 4, давай. Так. 4. Дальше. А там будет 1. Нет. Так, здесь новая цифра будет. Угадай, какая? Не знаю. 2. Так, вот тут какая? 1. Это? 2. Это? 4. Так, здесь? Не знаю. Здесь новая цифра будет. Какая здесь новая цифра должна появиться? Не знаю. Может, неправильно сделать. Может, ты знаешь. Так, это какая? 1, 2, 4. Так, какая здесь надо? Там 3. 3, правильно. Видишь, ты знаешь. Каким 3 надо цветом? Зеленым. О, во-первых, тройка новая цифра. Во-вторых, надо использовать новый цвет. Молодец. Так, дальше давай. Потом будет 4. Нет. 2. Подожди. Насчет этого потом подумаем. Сначала сюда скажи. Здесь там будет 3. Так, давай. 3 поставь. Так. Потом вот здесь можно сразу сказать. Потом да, будет подумай. 1. Уверенно говоришь, молодец. Так. Так, правильно. А там будет 3. Нет, 4. Нет. Чего там? 3. Так, правильно. Правильно, правильно. 3. Не-не-не, вот здесь 3. Угу. Так как у нас здесь есть 1, 2, а там 4, поэтому остающиеся цифры 3. А там будет 2. 2. Молодец. Так. Угу, так. Правильно. Так, те же здесь. Здесь будет 4. Так, каким цветом? Синим. Угу. Так, молодец. Вот там будет 3. 3. Вообще шикарно. Хорошо возьми, хорошо возьми. Чего возьми, хорошо. Красиво напиши. Угу, молодец. Так. Там будет 1. Правильно. Так. Дальше. Вот там будет 4. 4. Так, чуть-чуть осталось. 4. Ага, и в конце. А там будет 2. О, вот видите, уже уверенно, постепенно решает Аблай задачи. Так что подписывайтесь на наш канал и до следующих видео.